В Европейскую ассоциацию местной демократии входят органы местной власти и неправительственные организации. Работа ассоциации направлена на продвижение прав человека. Мы все уверены, что демократия – это прежде всего доверие между партнерами, доверие между городами. Альда – это платформа для того, чтобы построить это доверие и работать на благо демократии. И мы все здесь для того, чтобы сделать вклад в эту цель. Меморандум о сотрудничестве подписал городской голова Вадим Бойченко вместе с представителями Европейской ассоциации местной демократии. Мариуполь – второй после Днепра город в Украине, который вошел в ассоциацию. Мы с вами попали в такой масштабный рейтинг вообще Европейского Союза, который будет измерять, как город Мариуполь, насколько он демократически вкладывает принципы. То есть это независимая организация, которая будет давать независимую оценку. Среди гостей мэр польского города Гданьск, который также состоит в Альда. О пользе подобного сотрудничества он говорит так. Очень важно, чтобы украинцы чувствовали, что европейцы, что европейская семья, которой частью является Украина, что мы в солидарности друг с другом. Главное в работе местной власти то, что демократические процессы должны строиться на принципах разумного управления, говорит народный депутат Украины Сергей Тарута. Диалог между громадой и властью является главным для того, чтобы гармонично развивались города и для того, чтобы все, что делает местная власть, правильно воспринималась гражданским обществом. Валентина Чурикова, Виктор Зубенко. Информационная программа «Зеркало».